пришла пора убирать нут. Видите, он уже шумит, стучит. И вот с чем мы столкнулись. Мы сначала решили попробовать очесывающую жатку. Одели ее и зашли сюда. И нам не понравилось. Вы видите, оно счесано. Но что не понравилось? Мы стали находить некоторые, ну, это даже нету, ну вот, отдельные бобики. Вот еще, ну, кое-где, вот видите, не срезало, не счесало, да, и мы посчитали, не годится. Одевались, вернулись домой и поменяли комбайн на обычную жатку. И что мы увидели? Вот убирало-отчесывающая жатка, которая, мы очень к ней придирчиво относимся, нам не понравилось. Видите, масса очень маленькая. Мы пробовали разные скорости. Посмотрите, сколько остается. Мы пробовали разную скорость. Думали, может, подобрем. Нету хорошей массы. И к удивлению. Видите, вот граница между обычной жаткой слева и справа отчесывающая жатка. И к нашему удивлению, вот видите, сколько забрало. И на маленькой скорости не успевает взять, на большой скорости видно наклоняется. И поэтому я в растерянности. Сейчас мы попробуем еще раз. Попытаемся этой жаткой сначала на маленькой скорости пройти. Опустили ее минимально вниз, уже опускать некуда, она идет практически. Отчесывающая жатка, которой мы очень требовательны, но такого здесь не видно. Вот жатка уже практически ползет по почве, но тем не менее собрать все не может. Вот сколько неубранных. Что-то срезает хорошо, но очень много остается. Она не успевает забрать, нету массы. Сейчас попробуем скорость увеличить до 8-9 километров. Может быть, успевать забирать. Лучше не стало. Все равно многое падает с жатки. Забирает. Вот жатка просто уже бреет, видите? Она идет уже ниже некуда. И тем не менее, вот сколько много мы насобирали. Вот не срезает, видно, его нагнуло и прошло. И идем теперь сюда. Мы шли на маленькой скорости, как будто бы лучше даже, я скажу, на маленькой, но тем не менее. Вот мы еще, кстати, мы еще настраиваем, смотрим потери, все такое, пустили всю массу. Видите, сколько массы зеленой? Это тоже влияет на обмолот. И здесь ничего нету. Все осталось на месте, потому что еще видите, что
ствол еще зеленый даже. Но теперь смотрим то же самое здесь. Отдельные есть, но только отдельные. Вот я насобирал. Еще надо искать. Вот. Вот не исчезало. Вот нахожу. Ну видите, сколько мне искать надо, чтобы найти. И вот, и вот. Вернее, надо вот так. Вот так. Это туда, это сюда. Честно говоря, я удивлен, не ожидал. Вот как в сравнении это. Я был уверен, что обычная жатка уберет лучше. Честно говоря, я в шоке. Когда мы увидели уборку отчеса и увидели несколько вот таких бобов, несколько на земле, мы посчитали, что это очень плохо. А потом отчесывающей обычной жаткой мы увидели вот такие вещи. Ничем не лучше. Даже хуже. Да. Когда очень маленькая масса, очень трудно ее поднять. При том, что бреем просто. Это сейчас он шел на минимальной высоте. Да. Жатка была полностью опущена, да? Полностью опущена, скорость 6 км. Вот я чувствовал, что жатки такого нет. И видно, что мы шли полностью уже по почве. Жатка уже. Ну что ж, что будем делать? Ехать домой, менять жатку. Все-таки то и лучше. И быстрее. И быстрее. И качество. Качество, соответственно, тоже будет лучше. У нас не будет зелени. Ну что, попытка номер два? Попытка номер два. Пошли. Удивительно. Просто удивительно. Понятно. Будем ехать на базу, менять жатку. То и лучше, и потерь меньше, вот, и скорость, соответственно, больше. И самое главное, что у нас не будет зелени в бункере. Зерно пойдет чище. Да, я в шоке. Я такого и не ожидал. Удивительно. Честно. Мы думали, что вообще жатка себя показала лучше. Что обычная жатка, вот на горохе она была более предпочтительна. Может быть, то, что он выше или масса больше была. А здесь это просто удивление. Вот опять мы на поле, уже опять с отчесывающей жаткой. И смотрим, что у нас сейчас. Вот сравниваем. Отчесывающая жатка пошла. Вот до нее мы обычно жатку убирали. И момент вот тут есть. Вот здесь мы снизили обычной жаткой. Как будто лучше, но все равно оставались. Подъемчик еще больше. А вот рядом отчесывающая жатка. Да, есть отдельные тоже. Но в целом лучше. Итак, начинаем опять убирать отчесывающей жаткой. Немножко подняли дугу. Проверяем, что у нас здесь. В принципе, вычислило неплохо все.
А вот мы сейчас заходим уже там, где убирала такая жабка обычная. Видим, что если вернуться сюда, и здесь лучше, чище. Сейчас мы смотрим еще, что у нас по потерям, и уже настраиваемся на работу. Срезанное, но все равно это не идет ни в какое сравнение с тем местом, где проходила обычная жатка. Вот здесь шла обычная жатка, которая срезала. И вот такая ситуация здесь. И вот переходим сюда. Да, отдельные есть, но их все равно не так много. Скорость совсем стало легче работать. Потерь тоже стало очень-очень мало. Зато вся зелень остается на корню, которая нам в бункере не нужна. Итак, мы уже вышли на большое поле и продолжаем работать отчет с вечной жаткой. И результаты вполне удовлетворительные. Очень низкий в этом году. Хотя мы этому рады, потому что осадков не было. Удивительно, но он сформировал какой-то урожай.